Вот так выглядит современная московская детская площадка. Стоят горки, но спускаться предлагают на асфальт. Песок здесь тоже есть, правда, немного и с камнями. Печальная песочница, тут реально камни. Вот горка, вот асфальт. Интересно, что будет с позвоночником ребенка, если он съедет с этой горки? А, видимо, сюда нужно приходить со своим песочком. Поигрался, собрал, унес домой и принес в следующий раз. Видимо, кто-то тут уже таким образом играл. Да, все красивое, новое. Только детей на этой детской площадке почему-то нет.